сродни божественному откровению. Многие столетия жители вслушиваются в мелодии Вселенной и находят, а затем воспроизводят то, что им созвучно. Храм музыки в землях клана Красной Кошки известен многими. Ведь именно в этом храме впервые изучили словить и заключать мелодии в магические кристаллы. Жрицы храма музыки стараются изо всех сил, но как же сложно порой отыскать хоть что-то подходящее. Пускай ногти за крошки со стола.